что, тяжелый матч был, много удалений. Ну, в принципе, тяжело было играть, хорошая команда, автомобилист. Ну, то есть, как бы, забили свои голы. Вот, 5 на 5, в принципе, сегодня реализовали все моменты свои. Хороший матч. Большое количество удалений в составе нашей команды. С чем можете связать? Мы забили 5, а не 3. Не знаю, без комментариев. Ну, где-то, может, не доработали, там, где-то удалялись в чужой зоне. Это нельзя делать. Ну, то есть, как бы, не могу прокомментировать. 1-1. Не может быть такого, что с одной стороны столько удалений, с другой столько. Забивайте во втором матче подряд. Набрали такую форму потрясающую. Да, в принципе, как бы, где-то повезло, ну, то есть, как бы, чего такого. Хорошо, и пока идет, надо набирать очки, помогать команде, в принципе. Уже второй матч к ряду юлаевцы выигрывают в концовке матча. Это проявление характера? В начале сезона было иначе? Я думаю, да, где-то мы перестроились, вот начали выполнять установку тренера, вот, то есть, как бы, и где-то удача на нашей стороне. То есть везет сильнейшим. Совсем недавно играли с Денисом Кулешом в одной команде, сейчас по разные стороны баррикад. Кого это вот, против бывшего партнера? Ну, это хоккей, это спорт, то есть, как бы, сегодня ты там, завтра здесь. Дэн Молочек, то есть, как бы, ну, забил 2 гола, я только порадовался. Ну, главное, что команда наша выиграла, а я желаю ему удачи, то есть, как бы.